Вас, уважаемые други, мы на входной группе возле памятника Руднинскому рабочему. Город Рудно всегда отличался какой-то определенной своей самобытностью, определенной своей советской архитектурой, транспортными средствами и много чем еще. Если его сравнивать не столь далекого города Кустаная, тут, конечно, своя самобытность, еще раз подчеркну. Архитектурные ценности также существуют. Мы попытаемся добраться до них, показать основные точки, где можно побывать. Передвигаться по городу Рудному, посещаем ЦУМ, то есть проходим мимо, не посещая. Продвигаемся Горняк-арене, смотрим внешний вид. Вот Горняк-арена мне уже видна и внешне напоминает историческое, классическое, архитектурное здание. Молодцы рудничане, что попытались, я думаю, в Баяме внешне его сохранить, это здание. Ну, со своими нюансами его, что я вижу, чуть-чуть ободренненько, чуть-чуть не пострижено. Ступенечки, по-моему, классический бордюр советских времен. Мошпост что-то есть, но окна уже заменили. Так что смотрим, как тут по-своему интересно и привлекательно.